Теремок ТВ. Алфавит. Привет! Сегодня мы поиграем в слова на букву П. Ура! Давай играть! П. П. Это паровозик. Верно! Это паровозик. Детская игрушка. Локомотив тянет за собой вагончики, которые цепляются друг за друга. Смотри! Был паровозик короткий, а теперь стал длинный. Здорово! Паровозик! А это что за зверь? Это пингвин. Пингвин – птица, хоть и не умеет летать. Как все птицы, пингвины несут яйца. А вот высиживают их и мама-пингвин, и папа. Ого! Из яйца вылупился маленький пингвиненок. Какой он милый! Пингвин. А это что? Непонятно. Это пазл. Игра-головоломка, в которой нужно составить целую картинку из деталей. Получился кораблик. Верно, получился кораблик с парусом. А ты заметил, что слово «парус» тоже на букву «П»? Точно, здорово! Пазл – парус. Это Мишка. Правильно, это панда, бамбуковый медведь. У него очень необычная окраска. Панды живут в Китае и очень любят бамбук. Панда! Посмотрим, что там дальше. Кто это? Я не знаю. Это пират, морской разбойник. Давным-давно пираты бороздили моря на военных кораблях и нападали на торговые суда. Йо-хо-хо! Особо удачливым пиратам удавалось накопить несметные сокровища, которые они зарывали на необитаемых островах. Хочешь отправиться на поиски клада? Да. Не забудь взять с собой карту сокровищ. Пират. Я знаю, это птица. Правильно, это птица. Она называется попугай. И птица, и попугай начинаются на букву П. Привет! Ой, говорящая птица. Да, попугай – необычная птица. Он может говорить. Кстати, пираты очень любят попугаев. Ведь с говорящим питомцем в морском плавании гораздо веселее. Свистать всех наверх! Эй! Попугай! А теперь давай повторим слова, начинающиеся на букву П. Паровозик, пингвин, пазл, панда, пират, попугай. Молодец! Теперь ты знаешь букву П. В следующий раз мы поиграем слова на букву Р. Понравилось? Выбирай, что будешь смотреть дальше, и нажимай на картинку на экране.